Основной объем жилья в области строится в рамках новой программы «Нурлы-Жер». В этом году запланирован ввод 230 тысяч квадратных метров жилья. В эксплуатацию будет сдан 21 дом. Обладателями новых квартир станут 2192 семьи. Мы активно ведем застройку микрорайона Сыраарка. Всего в этом микрорайоне введено 8 домов. Кроме того, за счет дополнительно выделенных средств в этом году по области начнется строительство еще 9 домов. Перспективным для нас остается новый микрорайон Достык, освоение которого будет начато уже в следующем году, проинформировал Аким. Он также рассказал, что в области строится арендное жилье для социально уязвимых слоев населения. Из 4 строящихся домов 2 будут введены в этом году. Для работников бюджетной сферы в сельской местности строится 16-квартирное общежитие. Кроме того, по поручению главы государства ведется работа по развитию индивидуального жилищного строительства. В области определены перспективные участки, проводится инженерная инфраструктура. По данным пресс-службы Акимата, за январь-август 2017 года объем строительных работ составил 92,3 миллиарда тенге или 114,5% к соответствующему периоду 2016 года. Ринат Абдулкаюмов, Иртыс Информ.